мы пришли в местный магазин, где продают свежевыловленную рыбу. Где продают вот такую красоту. Потрясающие креветки разного размера, разного вида. Как обычные, выращенные на ферме, так и глубоководные, которые вот в океане очень-очень далеко где-то там существуют. Поэтому разница в цвете. Мы купили рыбы, мы купили креветок. Что мы взяли? Мы взяли махи-махи. Да? Махи. И мы купили снаппер. Вот, если кто не знает, как они называются по-русски, можете писать в комментариях. Я потому что не понимаю, как они называются. Но... Thank you, sir. Пойдем готовить. What you doing, Katie? Wow, they're big. Катя чистит креветки, которые мы сейчас купили. Oh, good. It's very tiny. So you snap it off. How do you get the tail off? Just pull it off. Okay. Now. Explain. Just slice them down. Get. That's true. Так получается, когда жаришь, они в форме бабочки. Красивые, красивые. Окей. Пасту немножко сварили. Аль денте постарались сделать. Не знаю, получилось или нет. И теперь Джефф жарит креветки. They're so big. Как? Расскажи, как надо жарить, Джефф, креветки. White wine, масло. Какое, сливочное? Корова. Корова. Корова, масло. И огромнейшие креветки, просто огромные, ребята. Вот, вот, видите, они большие прям. Очень увлеченный процессом шеф Джефф. Шеф Джефф? Катя, как всегда, снапит. Who are you talking to? Лена ждет еду. Вот креветки готовы. Получились такие с Катиной пастой. Где же твоя паста? Покажи. Angel hair pasta. Попробуем. Теперь пришел черед рыбы. Это махи-махи. Как махи-махи по-русски? Махи-махи. Махи-махи по-русски будет махи-махи. How do you say red snapper in Russian? I'll ask you. Кра. Yeah, snapper. Like, how do you translate snapper?